Доброе утро всем! Сегодня 19 мая 2023 года, пятница, город Харьков, на улице плюс 19. Сегодня ясная солнечная погода, без осадков и с небольшим ветром. Солнышко давно уже сегодня встало, 4 часа 45 минут, зайдет солнышко в 20 часов 19 минут. Долгота дня сегодня 15 часов 34 минуты. Ну что, показываю в динамике, как распускаются у меня волошки. Ну, это я так их называю. Вот видите, уже отойду от куста. Вот видите, уже какую-то часть раскрылась. Но еще маловато для того, чтобы делать букетик. К концу недели у нас обещают дожди в течение одной недели. Посмотрим. Прямо написано проливные дожди, ливни, ну и так далее. Поэтому, конечно, не хотелось бы, но все равно нужно поливать огород. Поэтому у нас нет другого выхода, как принять то, что дает нам природа. Ну что, на этой оптимистической ноте я заканчиваю свой рассказ. Сегодня у меня очень много работы на огороде, и нужно еще много чего посеять. Поэтому я всем желаю хорошего и продуктивного дня, хорошего настроения и хорошего завершения рабочей недели. Всем пока!